Добрый вечер, дорогие друзья. Каждый из нас решает свои проблемы. Но бескорыстно помочь другому человеку – это черта благородных людей. Сегодня Всемирный день донора. Вот как на Земле высоко ценят тех, кто делится своей кровью, спасая других. Ну а в Армении сегодня отмечается День защиты прав безвинно осужденных, которым тоже помогают, как правило, бескорыстные люди. А еще есть благотворительные организации – которые каждый день дают последнюю надежду тем, кто уже не может сам себе помочь. Ну вот, у нас в эфире Максим Коловайло, руководитель филиала благотворительной организации «Возрождение жизни». Добрый вечер, Максим Викторович. Чьи жизни пытаетесь возродить? Ну, в первую очередь, алко-наркозависимых людей, лиц без определенного места жительства. Ну, стараемся изменить, помочь. Это порой семьям не удается одного человека поднять, а вы вот хотите так сказать. Ну, в основном семьи обращаются, либо мамы, либо папы, либо бабушки. Они не в состоянии, а чужие люди могут? Ну, понимаете, иногда семье нет, как сказать, осознания того, что они могут помочь. Та же самая мать или отец думают, что они не справились с своими обязанностями. Пытаются уйти. Но они правда не справились, разве нет? Ну, разве нет? Я бы не сказал. В целом виноват-то все общество. Допущение этих, ну, как алкоголь, так и наркотиков. Скажите, Максим Викторович, вы рассуждаете это теоретически? Вы не имели отношения, вот, скажем, к пьянству или к наркотикам? Почему? Сам употреблял наркотики. Порядка 10 лет. Серьезно употребляли? Серьезно употреблял, так сказать, да. Тяжелый наркотик, героин. Ага. Употреблял, вышел с этого состояния. Просто вы вот сказали, что виновато общество. Так вы вините общество в том, что вы 10 лет принимали этот самый героин? Ну, оно доступно. В смысле наркотики? Наркотик доступен. Так. Как в аптеках, так и... там, у других наркоторговцев. Все Слушайте, доступно. Ну, я, может быть, здесь и доступны в Симферополе, но я не колюсь, не курю и не глотаю какие-то таблетки. Ну, я не обвиняю общество, что общество мне там мешает или помогает в этом отношении. Ну, значит, у вас есть другая какая-то зависимость, от которой вы зависите. У каждого человека есть зависимость, на которую он слаб. Но не всегда дурная. Ну, каждая зависимость по-своему дурная. Ну, послушайте. У кого-то героин. Мы сейчас с вами будем философствовать. Какая может быть зависимость у обычного человека? Дом, семья, работа. Дом, семья. Ну да, к сожалению, не знаю как. Нет, вот просто, когда вы говорите, что виновато общество, это, знаете, так, это... А почему вы не хотите обвинить себя в том, что вы виноваты, в том, что вы вот стали наркоманом? Или семью свою, которая не углядела вас? Не, ну я сказал, что в первую очередь виноват общество. Я же не говорю, что я не виноват. Естественно, виноват. Любопытство. В первую очередь. Угу. А потом вера в себя. Я, допустим, начал употреблять то, что сказал, что он меня не победит. Что, ну, не может быть такого, чтобы я там, ну, дай попробую. Ну, попробовал. Победил. Победил? Да. Уже не могли отказаться? Ну, конечно. Как же получилось, что вы отказались? Ну, во-первых, я упал до самого низа. Понял, что жить так больше невозможно. Ну, абсолютно. Это было очень тяжело. У наркомана два состояния. Либо ты ищешь наркотик, либо ты находишься под его воздействием. Все. Угу. Другие радости в жизни не существует. Угу. Ни семьи, ни рыбалки там. Ни кино. Ну, ну понятно, ничего. Вообще просто ничего. Радости не существует. Существуешь ты один в своем мире. Ты зависим, ты постоянно просыпаешься с мыслью, чтобы найти, и засыпаешь с мыслью, чтобы найти на утро. Вот и все. И вдруг появился какой-то проблеск в сознании, когда вы вдруг посмотрели на себя со стороны и увидели весь этот ужас своего падения. Так да, получается, да? Да? Ну, и я что? Обратился в восстановительный центр. Сами обратились? Сам обратился, потому что уже допекло. Угу. В восстановительном центре прошел реабилитацию. Понял, что можно жить по-другому. Трудно было восстанавливаться? Ну... Как, я не знаю, физически, психологически? Физически трудно первые 3-4 дня. Всего лишь 3-4 дня? Для меня, да. Некоторых больше. Но в
в центрах, понимаете, проходит быстрее все это. Угу. Общение с такими же, как и ты. То есть тебе помогают. Это тебе помогает? Конечно. Угу. Тебе помогают ребята, которые находятся там. Угу. Они тебя поддерживают. Они были в этой зависимости, они знают, что тебе надо. Как ты выглядишь, что ты говоришь, к чему ты придешь, что ты попросишь. Понимаете? Самое важное, это удержать человека первые 3-4 дня. Не в том плане, что там наручниками, а своим примером сказать, потерпи там маленько. Потом человек начинает осознавать. Это психологическая поддержка. Ну, естественно. Сказать, подставить плечо, да, товарищу. Потом, угу, человек начинает понимать, что можно без этого. 2 недели, вот в нашей организации минимальный срок пребывания 2 недели. Эти 2 недели человек понимает осознание того, что можно жить по-другому. Он смотрит, что мы делаем, с какого-то своего ракурса. Он посмотрел, там, ага, этим занимаются, тем, еще. Ну, хорошо, вы рассказали о себе, понятно. А скажите, вот в вашей организации удалось кого-то вытащить? Да, есть. Есть люди, которые уже как бы спаслись и идут спасти нормально. Да. Да, есть. Есть? Есть. У меня сейчас находится человек, Роман его зовут, лазил по бачкам. Бездомный, что ли? Да, бездомный, лазил по бачкам, ел таблетки. А, еще и наркоман. Ну, конечно, воровал, пил, ну, все подряд. Да. Собирали там медь, бутылки, ну, что делают, и угу, в аптеку. Угу. Сейчас, ну, сейчас, сколько, 4-й месяц, уже отказался полностью от сигарет. Даже от сигарет? Да, сейчас является как бы уже помощником моим, то есть угу, помогает в чем-то, слушается, наставляет других. Очень позитивный, радостный человек. Появляются другие ценности, радости у человека. Там мобильный телефон купили, он радуется. То есть, ну, человек по-другому переосмысливает, что можно жить вообще по-другому. Максим Викторович, а бывает так, что человек увидел эти все радости, что можно жить по-другому, а потом споткнулся и опять туда же? Ну да, не без этого. Да? Ну да. Это большая проблема. Потому что многие, как бы, алкоголь, наркотики, это не так легко все. Везде оно лежит. Что значит везде? Объясните, пожалуйста. Ну, не знаю, не вижу этого. Смотрите, ну вот человек, который в этой зависимости был, он от нее зависел. Да. Он, допустим, побыл месяц. Он не употребляет, все хорошо. Он выходит, первым делом, что видит на остановке? Холодное пиво. Допустим, алкоголик. Понимаете? Это все доступно. Ну, я тоже вижу холодное пиво. Но у вас же нет этой зависимости. Нет, я не думаю ни о чем. Ну, вот, а он думает, к сожалению. Ага. Это наркоман. Ну, пиво-то понятно, оно продается везде, это правда. Но наркотики же, вы же не хотите сказать, что они на каждом углу? Не, ну, наркотики не на каждом углу, но он выходит, человек, он же выходит в жизнь. Да. Если человек не закрепленный, если он не понял сознание, ну, того, что не надо этого делать, он возвращается в свой коллектив. То же самое сосед, там, Вася какой-нибудь, он: привет, привет, что делаешь, что-то, все, я не употребляю. Да ладно ты, я тебе не верю, пойдем, вот и все. И все. И все. Угу. Чтобы этого не было, человек должен, ну, закрепиться. Ну, по моему мнению, вообще лучше поменять место жительства. Место жительства. Да. И, наверное, не только сидеть и думать, надо чем-то делом заняться. Ну да, да? Конечно. Работа отвлекает? Ну, работа приносит вообще какую-то пользу? Вот в реабилитации. Да, конечно. Кто-то, ну вот у нас, допустим, у нас кто-то клеит объявления, да, кто-то там, мы дом арендуем, ухаживает там за во дворе зачем-то, угу, по дому там, то есть, конечно, отвлекает. Человек должен занят быть. Либо литература, какие-то культурно-массовые мероприятия мы делаем. То есть вот ходили в русский драматический театр вот в эти выходные, угу, то есть всем центром собрались, пошли. Посещаем, допустим, в соседней церковь, да, тоже отвлечение. Ну, верующие люди плохого не посоветуют. Либо к нам приходят. Ну, знаете что, ставить как-то в перечислении театр и церковь – это разные все-таки вещи. Театр – это развлечение, а церковь – это все-таки вера. Церковь, вера, она-то должна у человека быть, так сказать, всегда, а не поход в церковь. Не, ну, наверное, так? Ну, вера должна быть у человека всегда. Но когда ты занимаешься плохими делами, эта вера находится где-то далеко, это за спиной. Да. Или ее вообще нет. А когда человек начинает переосмысливать свою жизнь, он начинает понимать, что он пришел туда не просто так. Понимаете? Ваши подопечные, когда вы вот ходили, скажем,
в театр, они отличаются? И со стороны сразу видно, что за группа ну, да, идет? Конечно. Конечно, отличаются. Да? Ну, есть очень такие люди, ну, которым, ну, ну, бомж, представляете, он пил там лет 8. Так что же вы их не оденете, не приоденете, что ли? Ну, почему? Ну, одеты, приодеты. Ну, на лице отпечаток есть. Мы имеем в виду, что отпечаток на лице. Ага. Если человек употреблял порядка 7-8 лет алкоголь, отпечаток есть. Но это да. Знают все люди, так же, как наркоман. Угу. Это и цвет лица, и так далее. Он восстанавливается, да, там цвет лица меняется, но отпечаток остается. Это так. Вы ведете какую-то статистику, ну хотя бы узнать, скольким вы помогли, как долго вы работаете, вот как долго вы в Симферополе? Ваш филиал, а где основная, так сказать, составная часть организации? Ну, наша организация основная зарегистрирована в городе Одесса. В Одессе? В Одессе, да. Ага. Уже с Одессы мы прибыли в Симферополь в апреле месяце. В апреле? А, так совсем недавно? Ну да, совсем недавно. То есть... Тогда что, говорите о каких-то итогах, ну, результатах еще рано? Нет? Нет, ну я бы не сказал, что рано. Ну сколько? 6 человек мы отправили с города Симферополя в город Одессу на реабилитацию. Угу. Из них сейчас скажу. 3 успешно проходят. Вы туда отправляете? Да. Вы не здесь помогаете? Ну в этом и заключается процесс нашей реабилитации. Местных людей мы стараемся отправить в другой город. Угу. Потому что человек, я сейчас говорил, да. Вот сейчас, что человек должен поменять место дислокации. Угу. Это очень влияет. Во-первых, постоянно сидеть дома он не может. Он должен выходить, двигаться. У нас реабилитация разве так, чтобы человек сам переступал через какие-то пороки. Вот он идет, допустим, его ставишь первый раз там старшим, объявление клеит, допустим, да, или еще что-то. Потом пошел, он идет, сигарета. Он через нее переступил, это шаг. То есть второй раз он уже не будет на это наступать. Ему будет легче. Ему будет легче переступить второй раз, третий. Потом он уже скажет, что ой, да это вообще ерунда, сигарета. Слушайте, если вы симферопольских вот таких вот наркозависимых в Одессу, то одесских в Симферополь? Одесских сюда. А, понимаю. Меняем местами. Да. Как бы сейчас в дальнейшем хотим в другие города. Хотим конечно, это не курорт, то, чем вы занимаетесь, но все равно это требует денег. Ну, где да. Вы берете деньги? Где, на чьи средства вы работаете? Ну, есть как бы люди добрые, которые помогают. Есть православная церковь, которая нас окормляет. Угу. Есть общество православных врачей Крыма, которое то есть, взяло нас под свою опеку. То есть люди же приходят разные. Ну, мы понятно. Проходим какие-то, люди анализы сдают. Там. Угу. Недавно вот у девочки ухо там стреляло, нашли там. У нее, не помню, как болезнь, к сожалению. Но промывали, то есть, да, это огромная помощь. Этим людям спасибо большое. Есть какие-то разовые работы, выполняем там, на покушать и так далее. Угу. Много людей отдают много вещей просто так. То есть, вот сейчас арендовали новый дом, там не было мебели. Люди благословили там мебель нам. Да. А где же, откуда люди узнают об этом? Что вам, в чем вы нуждаетесь и приносят? Это вот то, что вы сказали, объявление клеить? Нет, но объявление клеим мы по реабилитации, ага. Что людям нужна помощь, а-а-а. Что мы оказываем бесплатную а-а-а. Помощь. А-а-а. А объявление, а по поводу этого, ну я же хожу, допустим, на телеканалы, я хожу там в администрацию, еще куда-то. Везде говорю, что такая организация, мы бесплатно оказываем помощь. Если угу. есть возможность, мы нуждаемся в том-то. То есть, ну кто может, тот да, кто нет, он... Угу. Я не думаю, что в этом есть что, какие-то сложности. Ну, я спрашиваю людей. Нет, потому что я, например, не знал, может быть, у меня бы появилось желание вам помочь, но я просто не знал о вашей организации. Теперь вот знаю. Ну вот, пожалуйста, сейчас многие узнают благодаря вашей программе. Благодаря нашему с вами разговору. Да. Вы вообще отслеживаете как-то судьбу тех, кому вы помогли, посчитали, что вот человек встал на ноги и уже, так сказать, ну, будет нормально жить? Ну, к сожалению, может быть, пока нет, потому что поток людей очень большой. То есть, вот Симферополь приходит, ну, в день бывает и по 5, по 6 человек. Самый трудный контингент – это бомжи. У нас организация, она анонимная. И да, у меня анкета, я веду. Это для организации, чтобы потом, когда он придет второй раз, я уже знал, кто пришел. Хорошо, сейчас поговорим дальше. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Недавно был опубликован доклад. Передавали все информационные агентства, якобы бывшие писатели, там секретарь Кофи Аннан, о возможной легализации легких наркотиков. Вообще, как вы к этому относитесь? И действительно, запреты, границы, вот, спасибо, извините. Спасибо. Спасибо.
Вы слышали об этом? Я не слышал по поводу Кофи Аннана. Да, я слышал. Именно так Кофи Аннан, да, генеральный секретарь ООН предложил, да. Легкие наркотики легализовать. Я вообще я против. Я Кофи Аннану даже спасибо за это не скажу. Легких наркотиков не бывает. Наркотик, он есть наркотик? Наркотик, он есть наркотик. Не бывает. Мы говорим о пивном алкоголизме, а тут говорится о легких наркотиках. Нету наркотиков легких. Вообще никаких. Только если это где-то заметно, это сразу надо рубить на корню. Угу. Это чисто мое мнение. Я категорически против всяких программ, там, которые существуют, наркотических, которые в странах там развитых, метадонов и вот эти все программы. Я лично, как личность, как человек, я против. Это не помогает. Это держит человека в том же состоянии. Он не меняется. И человек имеет право выбора? Абсолютно. Значит, если вот чтобы не идти, не воровать, а просто прийти и получить этот метадон, чтобы не совершить преступление, может быть, это тоже какой-то выход? Ведь суть этой метадоновой помощи вот в этом заключается, нет? Ну, заключается, наверное, в этом, насколько это слышно. Но, к сожалению, я общаюсь с нарко, зачастую случаев. Я вам хочу сказать, что человек приходит, получает эту дозу, он подлечился, грубо сказать, да, и идет воровать. Вот как? Да, а некоторые выносят, еще и продают. И ничего хорошего нет. И из двух людей, с которыми я разговаривал по метадоновой программе, угу, сейчас скажу, шестеро приходили, они покупают метадон этот. Я не буду называть этот город. Как бы. Ради бога, не, это не принципиально, важна суть. Важна суть, что метадон перекупается там. Ну, это все перепродается. Да, значит, это помощь нам с Запада, это медвежья услуга, по сути. Я в политику не вдаюсь, но я считаю, что это чисто мое мнение, это глупо. Ну, ваше мнение мне интересно. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это самое. Я что хотел узнать, вот, допустим, тоже раньше был наркоманом, а перешел на алкоголизм. По вашему мнению, что хуже, наркомания либо алкоголизм? И как с вашим центром можно будет связаться? Сейчас мы ответим, но вы сами-то скажите, а вам-то что больше нравится, наркомания или алкоголизм нынешний? Ну, извините, но не то, не то. Как интересно вы рассуждаете. А что же вы это продолжаете-то? Ну, так получается. Жизнь тяжелая? Ну, скажите. Не то, что тяжелое, но такие обстоятельства получились, что... И что, они вынудили вас пить? Ну, да, получается, ну, сами понимаете, семья, работа, все пропало, и... А работать не пробовали где-нибудь? А? Работать не пробовали где-нибудь? Так в том-то и дело, что работа. Работы нет. Ладно, спасибо. Работаю, он сказал. Работает? Да. Алкоголик работает. Сильно много он работает? Ну, по поводу смены зависимости. Ну, это, да. Это опять зависимость. Но ну, это, да, хрен редкий не слаще. Ну, да, да. Это все никакого вообще не имеет. По поводу того, что там наркоман стал алкоголиком. Ну, мужику-то, конечно, сильно повезло, да? Из огня да в полыми. Ну, от да. одного избавился, теперь это ужас какой-то. Вот это судьба. А по поводу, что работает, очень людей много звонит, которые действительно работают, да, пытаются, звонят. Ну вот давайте, я говорю, у нас надо жить. То есть у нас не пришел, ушел, у нас приходишь, надо жить, чтобы чего-то достичь, поменяться. Он звонит, вот, ну давайте я там приду на недельку. Но это не выход. Угу. Я вот работаю, я не могу. Я говорю, ну, какому работодателю нужен пьяный работник? Да. Я говорю, вам, я всем советую, говорю, вот я говорю, вот как бы вы ни шли к этому, вас либо с позором уволят, либо еще что-то, не дай бог, случится. Да, да. Вы просто подойдите, увольтесь, придите, пройдите реабилитацию, станьте человеком. Человек без вредных привычек всегда на работу устроится. И тогда нормально работаете, да. Алло? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Денис.
У меня такой вопрос. Я знаю, у меня много знакомых наркоманов, которые становились на эту метадоновую программу, и она не помогала им ни в чем. Они также после вот этой программы еще больше начинали колоться. Никакой реп-центр им не помогал. Вот, начали смешивать этот наркотик метадон. И как бы я слышал, в Киеве много клиник, которые тоже пропагандируют вот эту вот метадоновую программу. Они а вы сами? А вы сами? Я сам бывший тоже наркоман, плюс 5 лет. Ага. Вот. И как бы смотрю вот эти все вопросы, я не мова, я знаю, что... Ну а вам, это, а вам кто или что помог? Что помогло мне, или... Мне помогла кто? Тюрьма. Тюрьма. Спасибо большое. Да. Спасибо. Тюрьма, ну, о метадоне вы уже говорили и однозначно свою точку зрения выразили. Угу. А по поводу того, что тюрьма помогла, это выход? Да нет, конечно. Нет? Почему? Ну, потому что тюрьма помогла, не знаю, может быть, этому человеку... Например, избавиться от наркотиков? Ну, ни для кого не секрет, что с тюрьмы приходят с ломкой. Понимаете? Там тоже находят наркотики? Да, конечно. И провозят, и проносят, и... Ну и чиновники разного рода, рангов, правильно, не без греха. Ну, то есть я, допустим, знаю, что на тех же самых зонах, на тюрьмах это присутствует. То есть не проблема достать наркотики? Конечно, будут деньги, будут все. Алло. Алло, здравствуйте. 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 Ну, большой вопрос, конечно, обсуждается, бесспорно. Но ведь преступление это происходит 80%. По поводу алкоголизма. И тут ну, на почве, вы хотите сказать? На почве? На почве алкоголизма. Так. И, конечно, проблема очень серьезная, потому что вакуум вокруг молодежи. И она просто брошена. Никто не занимается. Молодому человеку нужно руку пожать, так сказать. Ну, мне кажется, очень мало. Должно быть больше таких серьезных передач именно и программ. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за добрые слова. Ну, скажите что-нибудь. Вы согласны с тем, что человек говорит? Абсолютно согласен. У меня был эфир, вот, да, в радио, эфир. Угу. Я повторюсь просто, я шел по Симферополю, да, чем можно победить, да. Допустим. Шел по Симферополю, не помню улицу, на какой находится, там написаны простые слова. Путь краской на стене, но они, я прям стоял, мне прям... Ну, стало смешно. Ну, там было написано буквально следующее. Бросай пить, турник там. И такая стрелка жирная во двор. Я посмотрел, там действительно стоял турник. Здорово. Ну да. Прекрасные слова, кто-то написал и кто-то же. То есть есть же люди, я не один, получается. Да, есть подвижники. Конечно. Думаю, что мы соберемся вместе. Да, вот именно что. Тут надо вместе, когда собираются такие люди, это эффективнее работа получается. Алло? Здравствуйте. 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 Меня зовут Наталья Федоровна. Очень приятно. Очень приятно. У меня сын находится сейчас у ребят. Я им хотела высказать большую благодарность, что у них реп-центр на бесплатной основе. Вот это очень для матерей, у которых дети наркоманы, и все вынесли из дома, это очень важно. У вас вынес сын? Да, у меня 10 лет. 10 лет. И он был у меня и в тюрьме. Ничего ему не помогло, как молодому человеку. Так. Это не выход, тюрьма. А сейчас вы уверены, что ему помогут? Ну, когда человек сам хочет, я за него уверенности сказать не могу. Это надо в человеке, чтобы сознание поменялось. Понятно. Он продолжает еще, так сказать, излечиваться? Да, он сейчас там у них находится. Ага, да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Вы даже Наталья знаете... Ну, конечно, Наталья Федоровна. Да. Огромный привет. Наталья Федоровна помогает вам? Конечно. Да? Наталья Федоровна очень помогает. Я просто хочу сказать, вот родители, друзья вот этих наркоманов, они тоже пытаются внести какую-то лепту? Ну, конечно. Кто знает, чем мы занимаемся, да. Те родители, которые знают, что действительно делаем без какой-то корости, угу. Что идем навстречу в любой ситуации, даже там бывают срывы у кого-то, человек, угу. То есть пришел там 2 недели с какой-то, ну, злостью от нас ушел, человек же приходит меняться, мы им что-то запрещаем делать, угу. Тому, чему они привыкли. Он уходит,
потом возвращается назад. Мы берем. Угу. Потому что проще помочь человеку, чем... Точнее, проще выгнать, чем помочь. Да, это верно. И мы сейчас на таком стоим пороге, что мы стараемся больше помогать. Максим Викторович, скажите, вы сказали, что вашу организацию окормляет Русская Православная Церковь. Да, абсолютно так. А если наркоман иудей или мусульманин, что тогда? Ну, наркотик не выбирает. Наркотик-то не выбирает, а вы-то выбираете? Вы делаете разницу между людьми разных конфессий? Нет, абсолютно нет. Нет? Нет, абсолютно. Я даже приходил в газету, в местную, в мусульманскую. Дали там объявление, поговорил с редактором. То есть, также она спросила, а как так вот, мы мусульмане? Да, конечно. Я сказал, ну, беда-то она одна. Хорошо. Хорошо сказали. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена Григорьевна Леонтьенко. Я в Каменке. На Каменском эфире живу. Мне все нравятся вот все эти разговоры. Но меня, знаете, что поражает? Что совершенно... Вас не слышно. Что вас поражает? Скажите еще раз. Прервался звонок, к сожалению. Очень жаль. Если сможете, пожалуйста, позвоните нам еще раз и скажите, что вас поражает, да. С какими организациями общественными сотрудничаете? А с правоохранительными органами сотрудничаете? Вы упомянули врачей. Врачи – это понятно. Церковь – это понятно. С правоохранительными органами. Ну, сейчас будем непосредственно выходить как бы на РУВД, на местное. Но в первую очередь на участкового. То есть участковый в своем районе – это человек, который знает все. Должен, по крайней мере. Да, тем более мы арендуем дом в старом городе. Район такой известный в Симферополе. Очень криминальный. Все наркозависимые там. Угу. Но не там, все. Ну, не все, но в основном. Да. В основном там. То есть мы непосредственно там арендовали. Угу. Пытаемся вести какую-то борьбу. Сейчас будем выходить на участкового. То есть в дальнейшем на главу. И будем уже разговаривать подробно, как и что. Возможно, совместные акции. То есть, какие-то делать можно. Думаете? Ну, а как? Не думаю, уверен. Вы уверены? Абсолютно. А все эти разговоры, что милиция порой бывает причастна к распространению наркотиков? Ну, везде есть люди. Везде есть люди, которые делают непотребные вещи. Но я думаю, что есть такие люди и такие милиционеры и чиновники, которые видят эту проблему. Который борется с ней. Я думаю, что в каждом ведомстве есть такой человек, и он поможет, услышит. Ну, мы с этой стороны будем... Да, да, понимаю. А общественные организации? Общественные организации. Но есть же такие подобные, которые так же, как и вы, пытаются помогать людям, наркозависимым, там, алкогольникам и так далее. С общественными организациями мы сейчас налаживаем контакты. Я повторюсь, мы молодые в этом городе, то да. есть только мы только-только начинаем на что-то выходить, то есть арендовали новый дом, встали более-менее на ноги, сейчас можно уже развиваться и делать совместные акции. Может, какие-то действительно, да, сделать?